Всем привет! Северный Степно-Крым, 5 сентября 2023 года. Утро. Прохладненько с утра. Вот, снял днище. Посмотреть. Ну, как я и говорил, пчелы сильно сейчас активные, они чистят. Клеща в основном почистили они. То, что сыпался. Ну, сейчас немножко покажу. Вот клещик лежит. В щелях вот надо смотреть. Вон клещики. Ну вот клещик. Мертвый. А, вот есть, кстати, клещи. Вот. Возле входа. Вот они выносили. Видите, тут теряют. Сейчас покажу. Вот клещи. Они их, короче, сейчас активно чистят. Это бакфаст. Тем более, они очень чистят сильно. Прям активно-активно чистят. Вот они валяются. Вот в углу. Где не успели пчелки почистить. Сейчас пчелки будут назад улетать, возвращаться. Они почистили. Они сейчас очень хорошо вычищают. Ну вот лежат клещи. Ну, короче. Сейчас покажу. Вот они. Вот, вот. Короче, клещ сыпался. И тут днище, кстати, такое. Разошлось, что-то надо его будет подремонтировать, здесь щель заделать. Такая щель. Это из первых моих днищ. Я его не склеивал, оно. Когда играет, немножко сохлось дерево, короче. Бывает, ничего страшного. Вот клещик. Вот. Короче, клещ сыпался. А вот клещ. Раз, два, три, четыре. А, он, ну да, я тут уже показывал вот спереди. Короче, вот они его выносили. Теряли вчера на прилетке. Прям сразу было видно. Вот. Ну, вычистили они активно. Короче, клещ сыпется. Мне непонятно, сколько его здесь высыпалось. Понятно, что еще и много его в расплоде печатно. Но с пчел мы его сбили. Максимально на пчелах сейчас его не будет. Масло вполне таврическое. Тем более, я вчера такую чуть-чуть больше сюда дозу дал. Клещ сыпанулся. Вот он валяется, вон видно. Все, они мертвые. Масло полония таврического убивает клеща. Парами, именно парами. Он задыхается, получается. Обжигает ему дыхательные пути, и он, короче, умирает. А с пчелами, видите, вот и молодничок. Ходит. С пчелами ничего не происходит. А, сейчас же покажу тут перед литком. Пчелки. Он поменял днище. Пчелки активно летают. Но смотрите, никакой кучи подмора нету, видите? Нет никакой кучи подмора. Все тут четко. Единственное, что те пчелы, которые вот эти бескрылки, там клещ их пососал, да, их, скорее всего, выкинут. Из улья их в основном выкидывают. Вычищают. Им, короче, они слабенькие, больные, им плохо становится. Их пчелы вытаскивают, выкидывают после обработки. В общем, слабых, больных всех выкидывают из ульев. Так, вот с утра, видите, пчелки активно. Начинают разлетываться. Идет заточек по утрам. Ладно. Как-то так. Думаю, может, еще одну сейчас посмотрим. Ну, сейчас. Давайте, может, еще одну проверим рядом.